У меня был один случай. Многие, может быть, не знают этих имен. Дитер Боллен. Вот я... Секунду, это великое имя. Вот, и я... это было очень естественно. Это солист группы Modern Talking. Да, это было очень давно, и я... А если вы не знаете эту группу, горите в аду. Говори, пожалуйста. Ага. И я вел какой-то корпоратив, там был Дитер Боллен. Я своему директору... Я очень хотел с ним сфоткаться. Очень. И я директору говорю, сейчас, говорю, он пройдет мимо меня. Да. Я... Только он меня приобнимет, я попрошу. Сразу щелкни, чтобы он не психовал. И вот он идет, и я стою и говорю, sorry, can I photo without you? Что ответил Дитер? Вот это пауза. Да, да. Охрана, он даже никого не торопил. Он да. долго на меня смотрел. Потом сказал, please. И ушел. И я не понимаю, что во мне не так. Да, вязал визью. Это да.